банк отказывается от какой-то партии по политическим, по причинам открыть счет, то, по сути, эта партия не имеет права в интерпретации Центра избиркома подать список и участвовать, принимать участие в любых выборах, включая, конечно, выборы в парламент, как оказалось. Это новость, этого закона нет, это инструкция, то есть это определенная бюрократическая такая закавычка, и, значит, мы ее были вынуждены, соответственно, обходить, использовав платформу партии Центра, которая имеет свой счет в банке, и, соответственно, значит, поскольку заявитель и подтверждающий должны совпадать, то есть мы пробовали оплатить за ПАМАЦ от партии Центра, это не прошло в Центре избирком, и, соответственно, значит, ну, нам пришлось тогда партии Центра как заявитель и как подтверждающий, чтобы все совпало, ну и, соответственно, сейчас мы подали, документы соответствуют всем, абсолютно всем, нормам законодательства, ну и дальше уже пойдет тогда борьба, хотя они пытались избежать этой честной борьбы, но сейчас им придется с нами побороться уже на честном политическом поле. Вот абсолютно правильно, кстати, вывод, который сделал Норманд, он очень четкий. Нас не удалось одолеть честной конкурентной борьбе, я имею в виду, скажем, привлечь наших избирателей Русского Союза Латвии, ПАМАЦ ЛВ, чтобы они голосовали бы за национальные партии. Поэтому пришлось этим людям, то есть я имею в виду правящей элите, пытаться не пустить нас на выборы при помощи вот этого аргумента об отсутствии счета. Поэтому три раза мы пытались разными способами это сделать, но мы, как и обещали, как мы обещали нашим избирателям, мы преодолели эти все препоны. И я надеюсь, мы верим, мы для этого все сделали, чтобы в понедельник наш список, список партии Центра, Центра партии, будет зарегистрирован. Да, вот Анна Бондарева. Нас не сломить. Юлия Сухина. Да, были различные преграды, но мы преодолели, и я думаю, нас ждет победа. Ура! Спасибо, товарищи, ждем понедельника. Теперь все, что связано с политическим наследием Татьяны Жданок, с людьми, которые должны перенять ее эстафету работы в Европейском парламенте, это список партии Центра, это объединение Русского Союза Латвии, партии Центр, объединение ПМСЛВ, но название списка будет Центра партии. Всем удачи, победа будет за нами.